специальное. Главное предложение дня сегодня – это колье «Снежное сияние». Это легендарное украшение, которое было, есть и будет в моде всегда. У нас есть с вами выбор – черный или белый цвет колье «Снежное сияние». Но я с любовью представляю главный тренд сезона – осень-зима 2021-2022. Представляет наш эксперт-гемолог Надежда Беляева. Это несравненная коллекция. И я счастлива быть здесь и представить эту коллекцию для вас. Ведь это жемчуг Майорка. Вы не представляете, насколько он невероятен и необычен. Его даже университет G Америки подключил и дал гарантию на то, что он выглядит именно как самый дорогой жемчуг, именно жемчуг морской. Он стоит, натуральный морской жемчуг, невероятных денег. Здесь же у нас натуральный жемчуг с натуральным перламутром. То есть вы видите на экране перламутр, при этом есть и черный жемчуг, и белый жемчуг. Ну а жемчуг – это синоним красоты и элегантности, поэтому украшению совершенно не важно, что сейчас в моде. Жемчуг сам по себе мода, и он подходит совершенно к любому образу. Лена, ты восхитительна. И ты восхитительна, Наденька. Скажи, пожалуйста, все паспорта, замки, замок у нас из серебра 925-й пробы? Все верно. Замок из пробы 925 серебра. Это стерлинговое серебро самой высокой пробы. Из него изготавливают украшения самые высокие бренды. И здесь также хочу показать, что замок у нас шпрингельный. Это самый удобный замок. Его также используют для всех ювелирных цепочек из золота, из серебра. Он надежный. Такой замок вы застегнете, и вы не будете его просто даже замечать на себе. У вас будет роскошное колье. И при этом колье, смотри, как оно сделано. То есть здесь бусы идеально ровные, каждая бусина идеально ровная, и она идет от самой крупной до вот такой все менее. И в этом и заключается смысл, что это колье необыкновенное, оно необычное, и при этом оно создано из жемчуга Майорка. Это невероятно дорогой вид жемчуга. Это необыкновенная испанский коллекция для вас сегодня. У нас есть выбор. Выбор – это белый или черный цвет. И не я, мне кажется, делить нельзя. Нужно выбирать все, тем более бесплатная доставка снижена от 3990 рублей. Размерный ряд 45, 50, 55 и 60 сантиметров. Это постоянные телезрительницы сегодня, да, для вас. Представляем любимое предложение. Буквально 3 месяца назад было распродано более 300 колье за один день. День жемчуга – это праздник на нашем телеканале, и особенно приятно, что он всегда пользуется популярностью. Мои хорошие, конечно же, не часто ходим в магазины, поэтому мы вам сейчас продемонстрируем. У нас лучшие цены. Итак, сравнение цен на колье, подобное колье нашему снежному сиянию, от 3000 рублей выше. 3999. Это даже не предел. Да. Это не предел. 3586, а где-то может быть и 5000 рублей. Поэтому у нас лучшая коллекция. И вы знаете, я хотела бы рассказать о том, что сегодня вы можете выбрать всю коллекцию. Это серьги, браслет, колье, но самое главное, это невероятное ощущение. Посмотрите, какие скидки. Вы знаете, вот для меня жемчуг – это особенная коллекция, потому что я впервые надела на крещение своей дочери, и для меня жемчуг, я не просто так взяла сейчас телефон, я хочу вам показать. Вау. Здесь православная икона Казанской Божьей Матери, чудотворная икона, которая всегда со мной. Посмотрите, ее лик украшает именно жемчуг. Она находится в Елоховском соборе. И я знаю, что многие со всей страны приезжают, чтобы помолиться этой иконе. И однажды именно у Казанской иконы Божьей Матери я вымолила свою дочку, которой уже 12 лет. Поэтому для меня жемчуг, он, знаете, он особенный. И вот с той самой поры, когда я увидела на чудотворной иконе жемчуг, я поняла, что он действительно благословенный Лена, камень. Лена, дорогая, насколько это волнительно. Действительно, жемчуг сопровождает очень многие иконы, православные иконы. И мы сейчас видели на фотографии иконы Казанской Божьей Матери. Действительно,
тоже она сопровождена жемчугом. Жемчуг – магический минерал в самом добром и хорошем смысле слова. И как говорила Коко Шанель, жемчуг всегда прав. И знаешь, она носила сразу по несколько нитей жемчуга. Не одну, не две, а вот целый комплект, сразу по 6 нитей жемчуга. Я знаю, что у нас особенный жемчуг. Вот хочу спросить у тебя сразу же, как черный цвет создается? Ты знаешь, он же натуральный. Да, он натуральный. Это натуральный перламутр именно черного жемчуга. И по факту, конечно же, каждый моллюск, каждая раковина моллюска может родить черный жемчуг. Но на практике это одна жемчужина к 15 тысячам. Но вот только один вид, который открыл, кстати, Александр Македонский, это черная жемчужина Пинктада Маргаритифера. Она, да, рождает именно черные жемчужины, и мы видим сейчас как раз-таки перламутр из этого моллюска, этого вида жемчужин. Это невероятная коллекция, еще раз напоминаю, у нас стоимость была 2400, стоимость снижается до 999 рублей. Выбирайте, бесплатная доставка снижена. 30 дней период возврата любого товара. Это акции, которые есть только у нас. Сейчас выбирают серьги, браслет, браслетно-ювелирные нити, которые тянется. Но самое главное, это колье «Снежное сияние». Наденька, подскажи, пожалуйста, с какими образами следует носить жемчуг? Не только ведь вечерний вариант. Сейчас жемчуг – это тренд невероятный 2020-2021 года. Он продолжится. Ты знаешь, я читаю очень много разных модных именно литературы, ювелирной. И также этот тренд будет следовать и в 2022 году. И при этом, конечно же, он подойдет к любому образу. Смотри, сейчас на девушке на прекрасной, например, серьги сразу и колье, и браслет, я советую взять сразу, конечно же, как эксперт, три вещи, чтобы они сочетались между собой. И это и стиль casual, и вечерний стиль, и, например, деловой, у кого строгий дресс-код. Ну, Леночка, жемчуг, он идет абсолютно всем. Его можно носить каскадом, его обожают и зарубежные звезды, его любят наши, отечественные, также же звезды невероятные. Все, кого мы знаем, это или там Людмила Гурченко. Конечно. Да, ну это же просто. Надежда Кадышева, знаю. Конечно. Знаешь, вот самое главное, что это ощущение, что ты невероятно красивая. Это легендарное украшение вне моды, вы себе можете это позволить, но главное, что у нас все гарантии, это паспорта на все наши украшения, которые говорят о том, что украшения из жемчуга совершенно натурального. Вам нужно только выбрать, это белый или черный, этом невероятный. А лучше, знаешь, как, Наденька, выбирать сразу несколько, и белый, и черный. Я надела в качестве каскада, выбирайте и вы сегодня жемчуг легендарный, который становится украшением и